В Тюменской области продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Крупные предприятия и фермерские хозяйства запасли более 34 тысяч тонн сена. И несмотря на холодную, дождливую весну, показатель примерно на уровне аналогичных периодов прошлых лет. О том, как идут работы в Сорокино, расскажет Инна Михайловская. Косилки шустро кладут траву на землю, ей лежать сутки, а может двое, чтобы потом попасть в рулон и стать сеном. В этом сезоне в начале сенокоса шли дожди, и вот две недели нещадно палит солнце. Травы перерастают. Сено было до вот сегодняшнего дня, то нормальное сено, а после сегодняшнего дня уже по качеству не то. Ну, трава цветает, перерастает, жестче становится уже все. По сравнению с прошлым годом масса хуже почему-то, хотя вроде и дожди были. В хозяйстве сорокинские сыры. Корма заготавливают для своего стада. На ферме 600 крупнорогатых, треть из них дойный. Механизатор Сергей Знаменщиков. Непростой сенокос воспринимает с оптимизмом. Травы нету. Долго приходится. За это время уже должны были полплана больше сделать, а нынче никак не получается. Ждем с еще погодой. Все нормально будет. Сейчас техника хозяйства на так называемых влажных покосах. В советское время здесь было болото и одиноко растущий камыш, а также осока тому доказательство. Провели мелиорацию, и теперь здесь сенокосы с богатой растительностью. Даже встречаются растения, которые особо любят животные. Клевер, тимофеевка, кострец. К заготовке сена приступили все хозяйства Тюменской области. Запасают и сенаж на галушмановских тюменских молочных фермах. Этот сочный корм готовит двух видов. Высокопротеиновый, в составе которого люцерна, и смесь однолетних трав. Для содержания поголовья предприятию необходимо 75 тысяч тонн сочных и грубых кормов. 8 сушкам до 40-45% сухого вещества. Измельчение ягуаром 3-4 сантиметра. Сразу внесение консерванта происходит на комбайне. Транспортировка на сенажную траншею, закладка, трамбовка, укрытие следом сразу. И несмотря на то, что заготовка кормов в области началась позже, аграрии почти нагнали сроки и уже приступили к закладке силоса. Инна Михайловская, Влад Удилов, Александр Изосимов. Тюменское время.